Видео у нас будет о зарядочках и, соответственно, о кабелях. Вот. Значит, это у нас все с одного комплекта. Давайте начнем с кабелей. Вот таких вот два кабеля я прикупил себе. То есть, вот этот кабель у нас micro-USB, а этот кабель Type-C. Кабель у нас магнитный, длиной метр. Не знаю, как называется фирма. Twitch какой-то или не Twitch, но, в принципе, не важно. Но кабелек отличного исполнения. Во-первых, друзья, кабель мягкий, сделан очень качественно, оплетка отличная. Вот такие вот разъемы. И, соответственно, здесь у нас магнитик. Ой, видите, как быстро все дело у нас происходит. Вот так это выглядит. Кабелек способен передавать данные и заряжать, так сказать, в любом положении. Ну, а с второго конца у нас USB-A. Так, с этим понятно. Заказана была еще зарядочка. Зарядку заказывал дочке. Заказывал, друзья, для... Все вы знаете, что iPhone 11 идет у нас. Нет в комплекте зарядного устройства. И вот такую зарядочку, соответственно, прикупили. То есть у нас два гнезда Type-C и, соответственно, USB-A. Для зарядки iPhone нам понадобится кабель Type-C. И на втором конце, соответственно, Lightning. Зарядка выдает 20 Вт. И первое гнездо, и, соответственно, второе. Но эта зарядка у нас не будет поддерживать, допустим, на телефонах. На моем это Mi 9T Pro и на телефоне сынишки это Poco X3. Соответственно, не будет поддерживать турбозарядку. Давайте мы сразу проверим. Включаем. Вот такая вот молния у нас на кабеле светится красивая. И подключаем к телефону. Смотрим. Только быстрая зарядка. Друзья, кабель не виноват. Виновато само зарядное устройство. Так как одно всего-навсего 20 Вт. Так, сам я, честно скажу, не люблю вот эти вот магнитные кабеля. Видите, он может и так заряжать. Без проблем. Вот, купил ради чего? Ради того, что очень много попадает пыли, соответственно, в разъем. И я решил использовать вот так вот в качестве просто заглушки. Ну и второй нюанс у нас это, конечно же, когда мы, допустим, ну давайте представим, что это какая-то тумбочка. Мы положили телефон на зарядку, там так или так положили. И, соответственно, кабель этот висит где-то с розетки у нас. И мы идем и цепляем ногой. Бах, видите, телефон у нас не упал на землю, не разбился, а провод снялся. Вот. Некоторые люди, допустим, обзорщики, которые показывают кабель, они делают вот таким образом, вывешивают и показывают, что телефон держится. Видите, телефон не держится. И я чисто за это, чтобы кабель не так сильно держал телефон. Давайте попробуем этой стороной. Вот идем и, видите, и срываем кабель. То есть телефон не падает и не бьется. Так, надеюсь, с этим понятно. Я сейчас продемонстрирую, что этот кабелек у нас поддерживает турбозаряд. Только расскажу про остальное. Так, ну и вот здесь у нас, друзья, так сказать, кабелек заказанный товарищу. И эта зарядка заказана товарищу. Кабель известной фирмы Bazeus. Отлично исполнен. Тоже такая оплеточка. Примерно диаметр одинаковый с этим кабелем. И исполнено все четко. Значит, что хочу сказать о этом кабеле. При подключении в сеть у нас переливается разными цветами. Вот такой вот есть индикатор. Все шикарно, все красиво. Значит, на этом кабеле подключаем. У нас, соответственно, тоже, друзья, не будет турбозаряда. Врубаем. И смотрим. Только быстрая зарядка. Опять же, кабель не виноват, виновато зарядное устройство. Отключаем. Все, зарядочку мы эту посмотрели, нам больше это не надо, кабель посмотрели. А здесь, друзья, вот это вот все идет в одном комплекте.
То есть у нас идет вот такой вот кабель, вы сейчас обалдеете. Кабель около 5 мм толщиной, то есть если сравнивать, допустим, вот с этим кабелем, смотрите, какая разница. Ну, на видео, наверное, не сильно заметно, но этот кабель, друзья, он очень-очень толстый. То есть, смотрите, стоит как струна, в то время как этот кабель мы, соответственно, такую длину и даже и такую длину поставить никак не сможем. Вот этим кабелем, наверное, можно буксировать автомобили. Так, ну да ладно. Во-первых, на кабеле у нас написано, что он может передать 100 ватт. А это уже о чем-то говорит. Очень мощный кабель. И смотрим наше зарядное устройство. Зарядное устройство у нас на 65 ватт заявленных. 65 ватт. Имеется у нас два гнезда Type-C. Type-C 1, Type-C 2 и, соответственно, USB-A. Итак. Врубаем и смотрим, наши кабеля сразу проверяем. Значит, смотрите, в чем прикол. На выходе здесь мы имеем, допустим, быструю турбозарядку, а вот в гнездах Type-C 1, Type-C 2, друзья, мы не можем снять турбозаряд с этих двух гнезд. Только можем получить с разъемов Type-C быструю зарядку. Что у нас с этим разъемом? Тоже быстрая зарядка. И больше ничего. И зачем в комплекте такой мощный кабель, непонятно. Ну да ладно. Давайте проверим остальные кабеля. Вот это кабель товарища Bazeus. Подключаем, соответственно, в зарядочку. Смотрим, кабелек у нас загорелся, работает, переливается. И смотрим, что у нас кабель поддерживает турбозаряд. Пошла быстрая. И пошла турбозарядка. То есть, ребята, кабеля шикарные, все идеально. Можно брать смело, все ссылочки, как всегда, я оставлю в описании под видео. И смотрим наш вот этот вот синий кабелек, такой невзрачный вроде бы, с магнитным этим наконечником. Вставляем наконечник и подключаем наш кабель. И смотрим. Быстрая пошла. И пошла турбо. Поэтому, друзья, кабеля отличные. Отдавал из-за них порядка 4 с копейками, по-моему, доллара. Вот этот кабель я не помню сколько. Но неважно. Поэтому все ссылки я брошу в описании. Смотрите, переходите, покупайте, не покупайте. Решать вам. Но вот мне друзья говорят, почему ты не показываешь кабеля. Говорят, раз ты нашел хороший, обязательно покажи людям. Ну, послушал, показал. Все, друзья, на этом хочу с вами проститься. Всем спасибо, всем пока. Здоровья, удачи, до новых видео.